Так, ребят, всем привет. Сегодня занимаюсь я УАЗиком Патриотом. Выпрямляю мятину на крыле и буду паять бампер, заклеивать. Вот. Я вам сейчас все покажу, где что как снимается. Сняли мы уже бампер. Я вам сейчас покажу, где как снимается. Вот у нас здесь трещина бампера. Ну, мы пока вот так вот соединили все. Скотчем сейчас обезжирили. Возьмем ремкомплект для пластика. И здесь заклеим бампер. Так, ребят, развели мы ремкомплект этот. И, короче, залили. Сейчас у нас все высохнет. И бампер будет как новый. С той стороны зашпаклюем, также будем красить. Вот. Налили поболее. Ну, здесь больше стекло, все. Бампер вроде поставили. Вот так как-то. Вот, сняли. Бампер вот этот у нас снят тоже. Как его снять? У нас получается вот эти болты. И сам его откручиваешь. От этих вот. Вот, ребят, поставили мы, короче, пока машинку. Сейчас нам надо отъехать. Вот у нас как все. Начали мы выпрямлять крыло. Вот, чуть-чуть подбили его. Фару снимали, заебали здесь все снимать. Также бампер хотели открутить. А там он откручивается вместе с этой железкой. Вот здесь вот два болта. И здесь два болта. Откручишь, и бампер у тебя скидывается. Вот. Также сняли фару. Вот они все здесь у нас. Саморезы. Приедем, снимем крыло. Сниму, покажу вам. Будем шпаклевать, выравнивать. Так, ребят, ну сняли мы и бампер, а бампер мы сделали, солнце светит, а бампер мы заклеили ремкомплектом для пластика, также все фары все сняли, вот, ну и разобрали все. Сейчас, в принципе, я по делам уехал, приеду, дальше буду продолжать, снимем мы крыло, будем выпрямлять. Вот. Обстучим его, зашпаклюем, вышкурим и также будем потом наносить грунт, красить. С дверями там на дверях у него тоже есть моменты такие, то что там ржавчина и так далее. Все же УАЗик это русский автопром. Вот. И они все ржавеют и гниют. Поэтому будем мы его выставлять на продажу, машину, она как бы ненужная. Надо ее подделать чуть-чуть, чтобы она была, ну, для другого хозяина более-менее хорошая машинка. Вот. А так, в принципе, она нормально ездит, все заводит, все моргает, все горит и так далее. Ну и сейчас приеду, до конца будем делать. Сегодня, наверное, покрасить не получится, потому что время уже 7 час. Часиков до 9-10 мы побудем, выпрямим, зашпаклюем, вышкурим. Вот, а завтра, может, съезжу, возьму краски на подборе. Ну и будем красить. Бампер будем мы красить полностью. Он тоже весь уже облезлый и так далее. Мы его покрасим просто полностью и все. Поэтому, ну, чтобы не было каких-то кусочек там переходом покрасить, уголочек. Будет не очень красиво. С одной стороны все гладенько, красиво, а с другой стороны все, блин, в трещинах и так далее. Ну, проще покрасить его полностью. Вот. Ну и, в принципе,
Все, ребят, я сейчас приеду, досниму вам, там покажу. Смотрите далее, ребят. Так, ребят, всем привет еще раз. Продолжаем заниматься мы у вас патриотом. Сделали мы бампер, он у нас высох. Вот мы приехали в гараж. Сейчас я его зашкурю и буду шпаклевать. Сейчас я вам тоже все покажу. Также выпрямили мы крыло. Крыло зашпаклевали. Сейчас подсохнет, будем вышкуривать. Все вышкурим. И будем уже смотреть дальше. Наносить грунт, поедем за краской. Может быть, сегодня даже уже покрасим. Вот. Сейчас я вам все покажу. У нас он бампер. Как он у нас получился. Все, мы здесь. Он высох. Все высохло. Здесь мы сейчас зашкурим. Нанесем мы специальной шпаклевочкой для пластика. Сейчас я вам покажу, какой вот такой фирмы. Вот. Нанесем. Также у вас мы тоже зашпаклевали уже. Вот он у нас. Будем вышкуривать. Сейчас она подсохнет. Уже почти высохла шпаклевочка. И будем мы вышкуривать. Крыло мы выпрямили. Нет. И будем. Здесь мы тоже все выпрямили. Здесь мы кронштейны тоже все поставили на место. Вот. Фары померили. Все поставили обратно. Фару. Реснички эти. И у нас все подошло. Все красиво, все хорошо. Вот. Как-то так, ребята. Вот, сейчас будем вышкуривать. Как вышкурим, я вам все покажу. Ребята, нанесли мы шпаклевочки. Вот, на бампер. Сейчас она высохнет. Будем бампер вышкурить и тоже весь красить. Потому что у нас вот такие вот все облезшие уже. Вот, покрасим его. И крыло. Сейчас будем тоже вышкуривать. Ну вот, начали мы вышкуривать вот такими движениями, не напрягаясь, и вышкуриваем. Не вот так шкурим, а сверху вниз. И вот так пошли. Вышкуриваем крыло. Полностью вышкуриваем все. Потом заново зашкуриваем, где есть всякие поры, и потом финишный. Вот, ну вот такими манерами шкурим. Сделали мы бампер, зашкурили его. Вот эти, которые всякие поры и так далее, мы нанесли шпаклевочки. Вот, сейчас она подсохнет, мы зашкурим. Здесь вот это у нас, где была полоса трещины, вот мы ее заделали, зашкурили. Вот осталось вот здесь еще, не доделал. Это ничего, сейчас доделаем. Вот у нас как бампер получается, вот эти вот все, где поры. Остальное у нас грунтом зальется, маленький который. Вот. И также у нас крыло. Крыло тоже мы его уже все вывели почти, осталось вот здесь, я еще наложил. Подшкурим, ну и все, и можно в принципе будет грунтовать. Будем делать переходом, красить где-то вот так, наверное, будем переходом делать. Ну там посмотрим, может побольше возьмем, самое главное, чтобы на пыл у нас хватило. Вот здесь мы уже все тоже выпрямили, здесь все гладенько, все ровненько. Здесь осталось вот тут тоже чуть-чуть мятеньки убрать, ну и все в принципе. Вот, ребят, ну и, короче, у нас, в принципе, сегодня доделаем. Постараемся, может быть, покрасить. Сегодня, если не получится, то в следующем ролике я вам все покажу и тоже сниму. И увидите, как там что красились, как покрасили, что там, сколько положили, того. Вот, надо будет съездить еще купить на подборе красочку грамм 400. Я думаю, наверное, хватит там на крыло немного надо и на бампер.
Вот, а посмотрим, может быть, мы еще покрасим цвет не за двери. Они у нас не гнилые, но ржавенькие. Вот, сами понимаете, русский автопром. Посмотрим, как сделать, нам лучше будет. Может быть, мы и в цвет покрасим, либо положим антигравий, чтобы уже до конца не гнили. Это, естественно, мы все зашкурим, всю ржавчину замажем, положим грунт. И уже зашкурим, замоем и также в цвет, может, переходиком покрасим. Вот. Может, грунт положим боксидный, чтобы особо ржавчина не лезла и так далее. Вот. Смотрите далее, ребят. Так, ребята, все, мы, короче, крыло доделали. Здесь вот замотовали уже подальше. Сейчас дальше замотуем. Посмотрим, как будем красить, будем мотовать. Вот, а так все выровняли. Все, у нас крыло ровное. Осталось грунт положить, ну и базу. Вот. Я думаю, вот эти реснички вот такие, тоже, думаю, можешь покрасить. С этой стороны вроде нормально, а вот эта ресничка уже вон ржавая. Я думаю, ее тоже можешь снять и тоже пыльнуть ее. Вот. Либо, может, так оставим. Ну, посмотрим. Вот. Ну и, ребят, бампер тоже все готов. Бампер. Я его зашкурил. Все вот эти вот пятнышки, поры, которые крупные были, я их тоже все зашпаклевал, зашкурил. Вот. Ну и, в принципе, остальное, вот эти вот маленькие коцики, они, короче, у нас грунтовку поболее грунта положить, и нормально будет. Без проблем. Вот. Ну и, в принципе, сейчас будем ждать человека, он подъедет. А грунтовку, я думаю, разведем, пыльнем. Надо будет машину еще посмотреть, влезет она в гараж сюда. Потому что высокая. Вот. Если не влезет, то будем спускать колеса. Ну, будем смотреть. Если не влезет, тогда уж мы будем на улице ее красить. Сегодня вроде погода такая более-менее нормальная. Вот. Погодка сегодня вроде более-менее нормальная. Поэтому можем красить на улице. Ветерок такой небольшой. Вот. Ну, а так, в принципе, я думаю, все. Не за двери мы посмотрим сейчас, как будем красить. И будем вообще ли их трогать. Еще как бы, ну, неизвестно. Может, и так и оставим, будем так продавать. Либо все же покрасим. Вот. Как бы никого обманывать мы не хотим, что там машина, что-то. Также при покупке скажем, что вот где-то было ржавчина. Ну, это каждый человек знает, что на УАЗе Патриоте 2013 года, естественно, в 2018 году есть где-то ржавчина, их закрашивали и так далее. Просто, ну, в божеский вид ее привести, чтобы ее чисто продать, потому что машина ненужная. Она стоит без дела. Вот. Ну, и также починим, сделаем, покрасим. Так она на полной, на ходу, все, у нее вообще проблем нету. Ни с мостами, ни с редукторами, ни с чем вообще, ни с коробкой, ни с электрикой. Все, сел, завел, поехал. Вообще без проблем, любые морозы, полный привод, все дела. Но мы там дальше уже будем смотреть. Сейчас человек приедет, мы загрунтуем. Может быть, сегодня она подсохнет, мы замотуем все, закрасим, покрасим. Вот, я вам все сниму, покажу. Вот, ребят, ну, в принципе, на сегодня все. Следующий ролик уже выйдет по покраске. На сегодня все. Вот, я сегодня сейчас тоже уеду. Потом подожду человека, когда он приедет. Постараемся сегодня все покрасить. Ну, смотрите в следующем ролике уже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.